Я изучил этот рецепт, я его старался. Да, дай мне две войны. Еще раз. В плане наварь посмотрите, а ты... Ну, в наваре у меня алхимия, и я обычно старался... А, смотрите, в это, зайти в гильдию, смотри, думаю, надо зайти за него за аккаунт. Ты, ну ты, блин, даешь. Прикиньте, я вчера, блядь, мне щит вчера не дали на Нотрионе, там, на огороднике, как зовут его, блядь, этого босса. Типа не дал 500к, дал 408к в этот, в шипы, мне не дали щит, блядь, дали какому-то холи палу, который нахилил, блядь, 1200 нахилил, блядь. Поставь шкаф, пожалуйста. Пиздюки, блядь, ебаные. Так, там трех восьмерых бы там. Короче, надеюсь, если всех все свое есть. Бафы вроде все есть. Скиллы Зорик с КПД. Будет ШП. Рыба стоит, пожрете. Первый идем медведя, потом Акизола. Не лезь, что в первый раз. А нахуя медведя первого? Я говорю, у меня камней нету, чтобы спекаться. Зелье у меня есть на лаве рецепт. Кое? Что? Зелье героизма пьют? Какого героизма? Силу, которая апает. Как он называется? Блять, чтоб я помнил. Сейчас скажу. Ваня. А. Я сейчас полтинник скрафчу, закинул ГБ. Хорошо, не, нет, не героизм, а зелье безумной силы, что-то такое. Да. Они стоят там, как крыло от самолета, можешь не покупать. Я, кстати, у них тоже рецепт себе выбил на 400 скорости. Это он, Кришна. Зерана, смотри. Он стоит? А, я не могу экономить. Там 40. Он на похуй. Там 120 силы уменьшает рейтинг защиты на 75. Чиняш. Тут просто надо пробежать за всеми тебе. Короче, не тупить. Короче, я буду все анонсить, просто слушай и делай, что говорю. Бафы скинули, по ДК дайте себе по новый баф. Он отлетал. Так, где там Андрей? На Андрея Печенку кину. Твоя задача, бежишь за Андреем, не срываешь агро и бьешь трэш пока. Как на готовность, на присутствие. Все готовы, запустил. Идем барабанить. Да, полтинника не получилось. Десяток скинул. Проблема в том, что я не в гильдии. Ну, есть люди, которые с гильдии. Возьмите там, если есть. Сейчас докрафчу, закину. Я придумал, а до Андрюха отправишь, чтобы он эти ударник фармил. С рыбалки. А ударник изи фармится. А где оно лежит? Петь. А? Какой вкладке лежит? Еще не скину, сейчас скину. Где удавника это? Чё, я в первый закину, в первую ячейку. У меня есть 150 удавника. Добегает. Половину. Там еще масло черноротика наловить. Черноротика. Так. Под желтой рубашкой. Первой ячейки. Вдруг нашел? Угу. Поставь лутера на меня, кстати. Или на себя, похер. Да, я заберу, ну.
Все, готовьтесь. Андрюха, поедешь вниз, короче, не едьте на маунтах, пешком бегите. Только за печенкой. Заберешь, короче, снизу, я заберу сверху. Слева вожмитесь, чтобы только одна лба загреть. Чайпок вожмите быстрее. Все, я этого заберу, идите дальше. Загрели второго на шамана. Потому что вжаться не судьба. Я не могу его забрать, Женя. По чайпку сыграйте. Сейчас аккуратно за мной едете на маунт, шипок поставил. Леш, смотри, не сагри, там справа бродячий моб. Так, аккуратно, я сейчас загрю сверху, не хильте меня, я умру быстро. Не иди, бой. Ваня, зелье самодействия, две штуки у меня есть, кстати, на шамане. Могу отдать. Убивайте меня. Слышал, давай. Да, да, слышал. Мне хватает уже. Да, все тут. Я дал крик. Снова сели на маунтов аккуратно за мной. Прямо по пятам. Я же не с вами бегу. Да, тоже с нами идешь. Аккуратно. Тут остановились. Готовились бежать. 5, 4, 3, 2, 1. Я побежал. Стражники, не мешкайте. Кого вы боитесь больше, стражники? Нажмешь диван на там хиле, который... Зорик. Зорик диван нажимает. Блять, не в меня. Еще диван, еще диван. Я дал диван, Леш. Хорошо. Я не трачу подъем. А, у тебя не наша гильдия? Я думал, у тебя Green Hubris. Не наша. Все, убираем диван и резцем. Андрюха, у нас есть кость. Сразу рыбу ставь. Диван по кому угодно, кроме... Дрэксавин, что я и кто. Что я выгрохил? Что я выгрохил? А, кроме, короче, Лока и кроме Вара. Рыбу ставьте, ешьте. Ты, Андрей, заберешь этих двух дураков медведей, я заберу два других. Не, наоборот, ты заберешь целителя, я медведя на себя заберу. Забирай целителей. Не бейте медведей, бейте целителей. Да. Не подходи, Зорик, к медведям. Вань, ты там это ушел, я хилить невозможно. Видно? Да. Да. Так там. Что-то там. Ну, счет-то. По черепу таргетно, не даем никаких станов. Я сам все застану.
чипку дальше играем, второго доклеиваете. Сам состоит. Готовность на пул. Бафы обновите все. Все готово. Я отпуляю, Андрюха заберешь. Ну пуляй ты сам, ладно, я забрал. Забирай. Не лезь под лицо, главное, не становись и просто бей. Андрей, не бей, пожалуйста. Сейчас не будешь забирать с меня форму человека, я форму человека, это Медведя заберешь. Отойди со мной в уголок, Андрюх. Зорик, не стой под лицом. Лучера поставил? Угу. Андрюх, на тебе увечья есть или нет? Нет, нет. ДКшный горн закончился, если что. Полипал это чип.
Бриксалин, то что с ДПС? Вот ты выпали. Бесполезный. Умирает все равно. Обычно пистолет падает. А у вас тоже в атласе не показывают процент выпадения шмотки? Не показывают. Все ситуации с тела, заходите в инс. Лок на Кинесес. Что скажу на кого? На уфолога. Сейчас черепок кинул, поехали за мной. Сейчас Женя накидает, что там орехи быстрее и будешь убегать. Я иду первый, Андрей там где-нибудь третьим едет, чтобы если что нажать инвиз. Срез у нас есть, Дарк Сален. Короче, инвиз, твоя задача просто доехать и не умереть. Приготовились. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Мастер на коня поставьте и нажмите. Грехи есть, проблем нет. Докатили. Нажмите там диван, если есть похуй. Умирайте. Леш, убирай диван, если. Сразу шкаф поставишь на локи и ставьте рыбу. Шкаф, рыба. Выйти за Суманси. Женя, с тебя тотем на природу под босса прямо докинуть. Дальше не режь для тебя, бьешь босса. Если видишь, что босс кастит большую такую бурю человека не под рейдом, ты забегаешь со всеми. Короче, бегай с черепком. Готовность на пол. Дайте, пожалуйста, еще крест. Спасибо большое. Хвару ставит. Лапу дайте, лапу погните, пожалуйста, друиды, лапу дайте.
Паладин и Бремистер. Все, лапка есть? Лапка есть. Даю отсчет. Я все молчу, просто слушайте, избегайтесь вовремя. Поехали. Гер. Забери Андрюк. Дайте сальву паром все, если есть. Сальву еще у себя, Сбежались. Скипиди надо засчитывать паладином. Угу. Готовьте, сейчас еще раз бахнет, потом сбегаемся. Сбежались. Вот там. Разбежались. Херово будет. Близко стоишь к Мелизоне. Сейчас семерики могут умереть. Еще один сбой, потом сбегаемся. Сбой. Бежали. Вышли. Забежались, человек. Вышли. Thank you.
Прибежали. Добейте просто. Херня плюс херня. Забежали, упали. Мобок быстрее. Вышли с тела, треснулись. Я вчера ночью себе ДБ этот, ОМОН скачал наконец-то, блин. Так он блин. Больше для ДД, для танков нужен. Так, у меня аж танк есть. Сижу со СКАДа и стандартным интерфейсом, и все нормально. Да, долго хотел себе скопировать. ОМОН знаешь, где нужный на этом, на роботе? В не режь за черепком, иди главное. А так? Разве да, что? Вы. Алло, куда вы, фрики? Фрик, куда ты? Сам ты фрик. 4 сундука ебашим, куда? Ага. Понимаю, понимаю. Так, короче, это же самое. Задача пробежать и не подохнуть. СС... Не скидывай, пока так разрезаем. Дадите СС по тому, кто может резать либо по паладину, либо по друиду кого-нибудь. Ой, ну, диван. Готовились бежать. Закинь орехи, Женя, будешь убегать тоже. 5, 4, 3, 2, 1, понеслась. Что они быстро настигли, дайте хождение по воде. Хорошо. Дальше, 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 дальше. Все, вот тут где-нибудь диван вкиньте по войду. Лучше всего. Нету дивана. У кого есть диван? Андрюх, отойди, спрячься тогда. Отойди в сторону. Комбат. Я бегу, я комбат. Умри, кто-то я БР дам. Умри, кто-то в воде быстрее, я БР дам, нахуй. Все, я дал услугу этот. Диван дали нормально. Я не спал. Там не лежь еще спрятался. Шкаф ставьте. Все, резайте таргетно. Таргетно резайте оба. И ставьте шкаф. Зорика резайте. Тоже порезать людей. Тизи резайте. Ставь шкаф, я по виспек менять, пока мне тоже самонет. Дайте по мне сумму. Джирса поставил, кому надо. Чините все, что потом просили один. Бафы на хп. Скидывайте. Только прилетел. Андрюха, будешь тоже ЗСД пить, дайте диван по диван СС по войду. По кому? Войду СС дай. Диваны тоже будете скидывать, у кого останутся. ШП у тебя есть? СС?
Три минуты? Да, когда? Окей, тогда надеемся на диваны. Ух. А есть диваны? Один есть. Только. То есть инвизии нажмете, Женя, если что... Нет, Женя не знает, да. Короче, давайте, я первый, Андрей за мной, не лезь, если что, тоже мелт нажмешь там свой. Приготовились бежать, Женя, орехи тоже накидывай, быстрее будешь убегать. Не с нами, а в другую сторону. Я понял, понял. 5, 4, 3, 2, 1, побежали. Я добежал так. Все, забежали, успели. Все, снимай диван, забегай чуть прямо и правее. Снимай быстрее. Рез давай, тут прям. Там блок добежал? Да, добежал. Женя, ты умер или нет? Мне смыть надо. Нажмите быстрее. Все, кидай рыбу, кидай бафы, поехали. Это все самоногись. Три бабаха. Тотем от огня с меня. Ты тотем. Нет, ты на природу ставишь, паладин поставь ауру на огонь. Все. Паладин, с тебя диспарит людей шок. Не лежь, у тебя приоритет цели. Сначала убить тотем мелкий, потом бьешь рысь, потом бьешь босса. Именно в таком порядке. Потом я его после не хилил. Просто хилишь людей, когда говорю, ну и диспелишь. Диспел, видишь, маг дебаф, сразу диспелишь, все. Все окей. Андрей, запуливаешь босса. Ты готова. Подбежали быстрее сюда. Разворачивай. Я ж могу ману резать в мили? Да, можешь. Когда скажу, нажмешь на сейв плодина. Жми, 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 жми. Не нажал. Сори. Убейте потом. Не лежь, дай бэр по... По рысе играете, кливать бесполезно, вот там. Вот там. Собью. Вся осталась массакра на плодине? Да. Я скажу, когда нужно. Чуточку заранее. Короче, на 50% босса он ударит все. Сам нажмешь. У меня нет процентов. Готовься. Готовься, нажимай. Тотем, потом рыть.
что-то там. Бьем по боссу. Андрюха, чуть левее ставь. Чуть левее. Да нет, просто повернись все. Сейчас свои все девки прожмете, когда скажу. Зеленки, дубовки, что-нибудь приготовились. Нажали деф. Там. Геру дайте, ветер. Сейчас горн спадет. Меня сильно врубит, походу. Чё? Две пары ботинок выпало, или мне кажется? Нет. Это с хостой. Первые были танковские или какие? Да, да. Вот еще ладно, гоу тройнем сейчас. Этот четвертый сундук. Умирается. Трэш. Сейчас я сундук заберу. Да нет, четвертый мы уже не успеем. Это надо было от медведя бежать, короче, ну типа по стандарту, типа. Там петух, мало, медведь, этот, женула и потом сюда. Так успеем. Да, хуй там. Чё там по времени? Умерли. Всё, выходите из тела, резайтесь. 13 минут, может, и успей. Да. 5 минут добежать, 8 убить. Так, СС есть? Хорошо. Короче, сейчас первая перебежка будет чисто этими диванами. За чайком сейчас поедете. У меня до дивана 2 минуты. У кого есть диван плюс чаткинь? Что нажмешь, если что, за чайком аккуратно поехали. Встали тут. Женя, будешь убегать, так же кинешь орехи на меня и быстрее. Бафы на хп скинули, первая перебежка. 4, 3, 2, 1, поехали. Чуть сзади меня бегите, что там будут топоры кидать мобы. Dark Silent. Ну ладно, его резать можно будет вроде. Где ты лежишь там? Все, не лежь тут, вот встань, спрячься вон везде-нибудь. Умирайте от мобов. Далековато лежит. Он далековато лежит, блять. На срез достань. Есть диван? Диван, да ли? У Зорика или кого-нибудь? Я рисану. Таргет, но только рис. Ну ладно, у вас есть кости плохо. Да, не лишь подойди туда к локу и дай ему масрез. Ты должен достать, по идее, нормально.
А где он лежит? Сергей Александрович, пускай. Тут же мобов нет, вот так резница. Пит на резницу. Я думал, там еще мобы есть. Оттащите сюда, эти таргет на стенд людей. Через 40 секунд откатится. Короче, Вань, если ты добегаешь оттуда в сторону, скидываешь орехи, то я успеваю побежать и уйти в стелс и рисануть. Это странно, что они от тебя не сагрились вообще. Они сагрились, убежали на меня. Вот уже здесь у нас я спрыгнул и ушел резко в тень, и они на меня пошли. Эти да? Бафы на хп прохильте. Я себя тоже снимаю, всякие орехи снимаю с себя, и все, и похуй. Прохил, прохил, приготовились бежать. 5, 4, 3, 2, 1, поехали. Диваны кинете, у кого будут. Очень да, тихо слышно. Тебя слышно. Если скинешь на ШП, либо шамана, либо еще кого-нибудь резко, может, либо на паладина. Ну, если добежишь. Все, нажми мьют там, кто может. Умри, Андрей. Все, трясся нас. Выходи с дивана, костюма слез. Сразу шкаф ставь, сама не ускибиди. Меня достанете тут, нет? Или вставай? Встань, а, вставай лучше. Я войду сама, ну скибиди сумоните. Сразу жрите. Я на боссе, Андрей на трэше, если что. Не лежь для тебя, что происходит на боссе. Первое, ты бьешь босса и бьешь трэш. Когда говорю свищешься, там будут тролли, трэшовые дракончики и босс. Поехали бить пока трэш. Такие вот дракончики мелкие будут, тролли и будет босс. Так говорю, свечуешься в того, в кого сказать. Стойку поменял вот такая или нет? Короче, главный момент это, короче, будут появляться бомбы. Бомбы не подходить, типа, надо смотреть за всеми, как бегают. И стены, блядь. Босс репортирует центр, он кидает кучу бомб на землю. Бомбы взрываются, но с бомбами там еще будут стенки. Ну, возле всех входов и выходов. Стенки тоже взрываются, так что надо аккуратно. Что мобы какие-то поломанные. Чем у вас клиф там или что, я не пойму. Они не меняют цель, хотя гроб первый я. Эти троих. Не лезь с Аресы. На четвертый успеваем, да? Сколько там? Шесть, нормально. Может, я лоб рисовал. Если с первого пула, нам засчитают все равно. Готовность. Бафы скинули. Ману там все прохилили. Я на боссе, Андрей на трэше. Рыбу киньте. На рыбу он ставил, снизу стоит, блядь. Чего нет? Ну вон рыба снизу, чего крики. Квадратик, паладины даете репку, крестик заливаете моба. Не, даже ничего не давайте, просто в крестик свечимся, убиваем.
Приготовились. 5, 4, 3, 2, 1. Не стойте в один ряд, то босс кливает вот это вот дыханием. Мобы пошли, убейте черепок. Не замедляйте второго, не замедляйте. Этого подотать? Подотать не обязательно. Просто обейте босса. О! Бомбы пошли как-то. Видал баг? Ну он не в центре был, босс. Или это у меня только? Он сам не телепортируется в центр. Ага. Мне Шретрик, если что, поможет, полез. ШП есть твой. Ага. Ты не выспалишь, вы два хилата похилите. Это цель нет. Бейте трэш потиху. На пулов нету, смотрите аккуратно. Бомбы пошли, аккуратно у стенок не стойте. Тигрите вставай. Геру дали, к мобам лили. Не стойте, парни. Бомба, смотрите под ноги, аккуратно. Все, лови вторую пачку трэш. Не лежь, что я БР поскибите быстрее. Бафы ему повесить. Все бафы поскибите дали. Не лежь, умер, поскибите дай. Андрей, я буду собирать по одному. Тотем есть у тебя или ты? А, когда? На ману надо будет, скажешь. Кидай плоски, беди, пожалуйста, эти щитки воет. Надо было бить. Бейте трэш потиху. Даю на ману, блядь. Иннер, а. Я понял. Заебись. Диспельте все паладины. Вы зря сводите трэш, блядь, ко всем. А там еще босс еще ебашит. Трэш быстрее. Ретрик, диспель мишку. Трэш быстрее. Бэйри, Андрей, вой, да, после дыхания. После дыхания. Дай Б. Дыхание потом. После дыхания встанешь. Угу. Не хочет дышать. Сейчас отдохнет. Дыхание, вставай.
Бафы все обновите, там пристабаф, лапку, каску. Рассоситесь по арене, типа не стойте тучу. Подошли себе бьется на лицо босса, лучше так стоить. Дайте еще одну герму, сбережем, все прицел. Минута, Вань. Дашь подкат. Под боссом бомба, под боссом бомба. Риск. Если что, я могу резко откиснуть. У Зорика есть спекротика или нет? Есть. Сколько у тебя этого себе? 1008. Можно тупо в три хила. Пойдите там под боссом две. Это четвертый сундук, да? Это 4 получается. Угу. А у меня таймер закончился. Что за хуйня? Клетка не горит, значит все в порядке. Или нет? Или нет? Сейчас узнаем. О, боты ГЦ. Не, сожгли парни. Парни, я срать пошел, я уже не могу. Все срать? Четвертого нет сундука, да? Нет. Пиздец. Да и похуй. Кому этот медведь нужен, блядь? Так балом ты хотел. Че, курим, короче, в пизду, блядь. Как курим, пошли чистить. Там я пару уж мне чтобы курить, мы просто за 20 минут закроем до конца и все, и пойдем курить на N времени. А хоть типа после сундуков. Два курить. Челика уже курят, уже хуй закроешь за 20 минут. Садрик забирай. Даже три курят, по-моему. Три тела курят. Не лежь, не собирай, просто Андрей. Еще кто играет за таргет, ну, чтобы не срывать. Таргет, ну да. Ну. И сушить не можешь. Кому до скольки сегодня? Кто знает. До конца. Блять. Ладно. А чё? Да не, за сигаретами хочу сходить уже. А то общага закроется и пизда. Ох, 20 минут. Бросай курить, как говорится. Нахуй тебе это курево? Да правильно, да, тоже так думаю.
Вовку будешь играть, зато лучше, блядь. Будешь меньше ФКшить. Плюс здоровый будешь. Вообще плюсов дохуя. Кстати, скачал тут игру Neverwinter. Тоже ММОшка какая-то. Блять, очень смахивает на Warcraft. Дырявая. Она дырявая. Потому что связано с Mail.ru, все дырявое. А это Mail.ru, да? Да. Блять. А что имеется в виду, дырявая с донатом? Донат. Типа геймплей. Сама типа ядро по механике тоже дерьмо. Не знаю, ну, графика неплохая там, мне понравилось. Графика неплохая, а вот механика там, передвижение всего остального. Вот это да, кстати, мне тоже не заходит. А боевка лучше... такая казуальная, казуальная очень, да. Я лучше пойду в Алолике и тебя играю. Лучше Волонир пособираю, блядь. Хотя-то надо продать квартиры, чтобы играть в них, но другая история. Как же Perfect World? Тоже донатная помойка. Ну, это стандартный Китай. Это же анимешное говно, блядь. Это да. Ненавижу, блядь, аниме. Не, я люблю аниме. Самое говнище. Мне как бы, я не против сюжетов, там вот этой всей хуйни, но, блядь, рисовка меня просто убивает, блядь. Как говорится, сеттинг, нахуй. Био минутку, блядь. Кто у нас там есть? Пало же репку в гуманоидов могут кидать, да? Вроде гуманоиды и животные, нет? Тут в УЕшку пало в моби. Кайф. Действует против демонов, драконов, гуманоидов, великанов и нежити. Все готовность. Короче, не лежь, смотри. Что делать на боссе? У босса чё? Я есть ДЦ, трэш. Да, ты в ДЦ. Этот Зорик спектнис ретрика.